Здравствуйте, друзья и гости моего канала. На обзоре мясо утки, тушеное мясо утки, фирма Барко. Вот такая баночка. Барко. Вот, мясо, тушеное мясо утки. Триста грамм. Масла нет, и 300 грамм. Так, сейчас ставлю на паузу. Открываю. Вот оно так выглядит. На запах довольно-таки неплохо вроде. Ладно, ставлю на паузу. Так. Вот оно. Ну тут опять что-то такое. Непонятно, нарубленное. Что-то непонятно. Морковка виднеется. Жирок немного. И опять. Все нарублено. Попробуем. Желе довольно-таки вкусно. Тут одни кости. Одни кости попадаются. Ну, на мой взгляд. Есть кости цыпленка в консерве, я называю. Это утки. Это кости утки. Ладненько, друзья, с гости моего канала. До свидания. Любви, здоровья, всего вам всего лучшего. До свидания.